Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию обзор изданий, рекомендованных учебно-методическим отделом высшего образования для изучения дисциплины правоохранительные органы. Название может варьироваться. Суд и правоохранительные органы, судоустройство и правоохранительные органы. Это зависит от специфики программ ВУЗа и подходов, которых придерживаются на профильной кафедре по вопросу о соотношении судебных органов с другими правоохранительными органами. Это отражается на названии учебников, но независимо от вариантов названия, все, конечно, понимают, что речь об одной дисциплине. А название отражает те нюансы, о которых я только что сказал. Дисциплина традиционно является базовой практически на всех уровнях юридического образования. Изучается и преподается, как правило, на первом курсе, создавая базу для изучения других дисциплин, прежде всего процессуальных. Так исторически сложилось, что в большинстве вузов дисциплина преподается на кафедрах уголовного процесса. И достаточно часто преподаются обе дисциплины, и правоохранительные органы, и уголовный процесс одними и теми же преподавателями. Эта особенность проявляется и в том, что учебные издания по обеим дисциплинам во многих случаях написаны одними и теми же авторами или коллективами благодаря чему объединяются общими методическими подходами. И благодаря этой особенности учебные издания могут использоваться как основа для формирования как профильными кафедрами, так и преподавателями учебных программ сразу по нескольким дисциплинам, хотя и изучаемым в разные годы обучения, но объединенные общей методикой. Учебник для академического бакалавриата автор профессор Мгимо Александр Викторович Гриненко и практикум под редакцией профессора Гриненко и профессора Химичевой. Данный комплект, как и курс по уголовному процессу, является компактным и ориентированным на подготовку специалистов, хотя и юридического направления, но потенциально не связанных с правоохранительной деятельностью. Имеются в виду вузы преимущественно экономического и гуманитарного направления, программная специфика которых в части преподавания дисциплин правоохранительного характера, совпадает с международным правовым факультетом ГИМУ. Учебник в целом классический. В силу компактности система и структура правоохранительных органов раскрыты здесь в базовых основах. Тем самым учитывается специфика первого курса, у студентов которого формируются только первичные профессиональные знания и навыки, и которые не всегда готовы к освоению материала, изложенного на более высоком уровне. Практикум подготовлен с учетом той же специфики и предлагает достаточно несложные задания, но в то же время методически обоснованные и важные именно в плане формирования первичных навыков. Задачи, практические тестовые задания, хотя и носят базовый характер, сформулированы таким образом, что студент для их выполнения должно обратиться к законодательству, прежде всего процессуальным кодексам. Например, такое практическое задание: основываясь на положениях ГПК, приведите в рабочей тетради по три примера гражданских дел подсудных разным звеньям судов общей юрисдикции. Или такой тест: мировые судьи относятся а к федеральным судам, б судам субъектов Российской Федерации, в специализированным судам. А задание. Предельно простые, но э, выполнить их студенту первого курса, не обратившись к ГПК или УПК, согласитесь, будет затруднительно. Учебник для академического бакалавриата под редакцией известного ученого-процессуалиста Вячеслава Петровича Божьего а также Бориса Яковлевича Гаврилова, заведующего кафедрой управления органами расследования преступлений Академии управления МВД. Коллектив, подготовивший учебник, включает преподавателей Академии управления МВД, Академии генпрокуратуры, судей Верховного суда. Данный учебник, как и учебник по уголовному процессу, является лауреатом премии выбор вузов России и используется в образовательном процессе почти 300 вузов. Успех этих учебников связан прежде всего с их универсальностью, то есть они могут использоваться на разных уровнях обучения. Учебник по правоохранительным органам написан в расчете прежде всего на первокурсника. В то же время уровень теории достаточно высок и эффективное освоение предложенного материала возможно в комплексе с изучаемыми параллельно дисциплинами, такими как теория государства и права, конституционное право а также в комплексе с законодательством, регулирующим судебную и правоохранительную деятельность. То есть мы видим, что методическая функция выходит за рамки только одной дисциплины. Учебник для академического бакалавриата ⁇ Суд и правоохранительные органы ⁇ подготовленный в Российском государственном университете правосудия под редакцией ректора этого вуза. Валентина Валентиновича Ершова. В коллектив входят также судьи Верховного суда, представители руководящего состава Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Здесь материал изложен в большем объеме и более глубоко, чем в большинстве других учебников по дисциплине. Это прежде всего связано со спецификой университета правосудия, занимающегося подготовкой кадров в соответствующей сфере. Глава о военной прокуратуре написана главным военным прокурором Фридинским. Глава об арбитражных судах первым председателем высшего арбитражного суда Яковлевым. То есть деятельность каждого органа правоохранительной системы освещается специалистам, имеющим опыт как практической работы в данном органе, так и опыт научной разработки проблем, связанных с этой деятельностью. Сам по себе материал, конечно, для первокурсника очень сложен. Однако учебник темы хорош, что он разноуровневый, и к нему можно обращаться на разных этапах получения образования. То есть на первом курсе изучить базовые основы, а на старших курсах использовать при изучении специализированных дисциплин, например, курсов, посвященных работе уполномоченных по защите прав человека. При изучении сравнительного правоведения на это в частности обратил внимание, например, ректор МГУа профессор Блажеев. Эта же особенность, разноуровневость, отличает и учебник уголовно-процессуального права, подготовленный в университете правосудия, который можно использовать при изучении любой дисциплины уголовно-процессуальной тематики на уровне от бакалавриата до магистратуры. Таким образом, эти издания образуют такую длинную линейку, каждое отделение, которое соответствует определенной дисциплине, вводной, большой, узкоспециализированной и уровню сложности, который связан с годом обучения, на котором преподается такая дисциплина. Практикум к данному учебнику, напротив, подготовлен для студентов именно первого года обучения и в полной мере учитывает те задачи, которые стоят на этом уровне. Авторы практикума – ректор университета правосудия профессор Ершов, и доценты кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики имени Радутной Виктор Иванович Качалов и Оксана Валентиновна Качалова. Один из научных редакторов, заместитель председателя Верховного суда Владимир Александрович Давыдов. Еще одно издание, которое можно использовать при формировании программ, объединенных общими методическими подходами на протяжении разных лет обучения, это учебник и практикум для прикладного бакалавриата, судоустройства и правоохранительные органы, подготовленные на кафедре уголовно-процессуального права МГЮА. Авторы Татьяна Юрьевна Вилкова и Сергей Александрович Насонов. Издание подготовлено на базе методики, разработанной на кафедре под руководством Полины Абрамовны Лупинской и успешно применяемой и развиваемой в настоящее время. Материал изложен в популярной форме с высоким уровнем наглядности. По ходу изложения материалы авторы ни разу не забывают, что их аудитория — первокурсники. Структурно выделены основные базовые положения и определения. Практикум наряду с традиционными задачами и ситуационными заданиями включает большое количество открытых вопросов в сценарии деловых игр. В значительной степени именно практикум является той методической основой, которая объединяет этот учебник с кафедральным учебником ГУА по уголовно-процессуальному праву под редакцией Генри Резника, поскольку в обоих случаях предлагается практикоориентированное обучение, построенное на интерактивных и игровых методах. То есть не отдельно изучили теорию и законодательство, отдельно порешали задачи, а сначала да, дали базовый теоретический минимум и перешли к практической части. И дальнейшая теория дается как инструмент, необходимый для решения задач и тестов. То есть практическая часть стимулирует изучение теории и законодательства. Учебный процесс строится таким образом, чтобы неизбежное в соответствии с нынешними образовательными стандартами увеличение количества часов, отводимых на самостоятельную работу студента, посвящалось не просто заучиванию материала, который не был освещен в лекционном формате, а изучению без которого нельзя освоить практический компонент, если ты претендуешь на высокий итоговый балл. Данная методика предполагает использование такой образовательной формы, как электронный курс. Электронные курсы, разработанные по этим дисциплинам, являются прежде всего инструментом контроля в руках преподавателя. В основу их положен практикум, а электронная форма дает возможность тестирования и проверки заданий в режиме онлайн. А теоретический нормативный материал выполняет служебную функцию и дается студенту на тот случай, если знаний, полученных за рамками электронного курса, оказалось недостаточно для выполнения заданий. Наш обзор подходит к концу. Мы рассмотрели те издания по дисциплине правоохранительные органы, которые имеют пару в виде учебников по уголовному процессу, подготовленные теми же авторами. Нашей целью является предложить преподавателю инструмент, с помощью которого он может формировать собственные учебные программы, рассчитанные на разный уровень обучения, и, возможно, нарабатывать собственные методики, адаптироваться к требованиям современной образовательной политики и получать в результате этого конкурентное преимущество, наверное, не самый подходящий термин, но никаких более подходящих синонимов в голову, к сожалению, не приходит. И таким инструментом, на наш взгляд, должны стать учебники и практикумы, имеющие междисциплинарное значение. Работа в этом направлении будет проводиться при непосредственном участии авторов таких изданий, которые в рамках открытых вебинаров будут обсуждать свой опыт с коллегами. Такая форма контакта будет интегрирована в механизм повышения квалификации преподавателей. И, кстати, пусть вас не смущает, что у изданий интегрируемых в ваши программы, может быть адресация не вполне соответствующая на первый взгляд уровню ваших программ, хотя содержательно они абсолютно вам подходят. Наш отдел обратился за разъяснениями в Минобрнауки и получил официальный ответ, что при реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе электронные, определяемые образовательные организации самостоятельно. Таким образом, что при реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе электронные, определяемые образовательные организации абсолютно самостоятельно. С полным ассортиментом изданий по дисциплине правоохранительные органы и всем другим дисциплинам вы можете ознакомиться, зарегистрировавшись в электронной библиотечной системе и сформировать там свою индивидуальную книжную полку. На этом все. До встречи в обзорах по другим дисциплинам.